Целый наркоотряд у Филейского кладбища. Полицейские за 3 дня задержали сразу 30 возможных наркоманов, которые искали тайники-закладки в районе поселка Ганино. По информации областного УМВД, у некоторых задержанных нашли пакетики с порошком. Экспертиза показала, что содержимое пакетиков является наркотическим средством «Скорость». Многие задержанные отказались от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. На них составили административные материалы. Что-то было с собой? Да. Что? Скорость. Скорость. Наркотик. Как, я не знаю, как вам сказать, на чем. Сколько было? 0,5. У кого был? При мне было. У меня это зелье. Где взял его? Тут же, в лесу. В тайнике в каком-то или где? Получается, что так. В тайнике. Дозы наркотиков, которые изъяли у задержанных, весили до 1 грамма. Это приравнивается к значительному размеру. Возможные наркоманы рассказали, что получили информацию о месте тайников через мессенджеры после того, как перевели деньги неизвестным. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» и устанавливаются каналы сбыта.